В Сахаэкспоцентре Якутска прошел первый фестиваль бизнеса. Его провели в честь Дня предпринимателя, который отмечают сегодня. Участие в фестивале приняли 36 компаний и предприятий со всех уголков республики, в том числе два школьных бизнес-инкубатора из Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов. От предпринимателей в Якутии расскажет Юлия Михайлова. Одна из начинающих предпринимательниц – владелица ателье из Покровска. Четыре швеи уже завоевали доверие многих жителей Хангаласского района, а спрос только увеличивается. Но затраты на электроэнергию не позволяли ей расширить свое производство. Помочь осуществиться планом должен закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке. Для оборудования, которым мы будем пользоваться, допустим, вот парогенераторы, профессиональные машинки, вот мне кажется, это очень даже хорошо. Снижение затрат на электроэнергию в два раза позволит ей открыть еще один цех для пошива. Теперь и в промышленных объемах. Работу в ателье смогут получить еще 10 швей. До 120 тысяч рублей ежемесячно сегодня платят по счетам за электричество переработчики молока. Но сможет ли это сказаться существенно на конечной цене продукции? Ведь себестоимость молока включает еще и другие издержки. Для выпуска на готовой продукции там не только электрическая составляющая есть. Там есть и ГСМ, и все накладные расходы. Мы молоко не только из электричества получаем. В республике поддержкой малого и среднего бизнеса занимаются 13 бизнес-инкубаторов, созданных в крупных районах республики. Технопарк, фонд развития предпринимательства. Особые меры поддержки будут разработаны для бизнесменов в IT-сфере. Сейчас мы рассматриваем возможности развития и мер государственной поддержки IT-отрасли в нашей республике. У нас очень много и молодых людей, и уже состоявшихся компаний, которые доказывают, что это направление в нашей республике также может быть развито, и думаю, что органы власти и государство в целом должно оказать поддержку и этому направлению. По итогам 2016 года доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте в Якутии составила более 15%. Такой результат смогли обеспечить свыше 49 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Юлия Михайлова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.